Все усеяно цветами и необычными декорациями. Это не сквер и не парк, а небольшой дворик по улице Гольца, 7А. Инициативные жильцы дома уже почти 10 лет занимаются преображением двора. Они каждый год добавляют новые сооружения. В этот раз входная группа, клумбы для растений, забор с имитированными скворечниками и другие конструкции. Но этого могло бы и не быть, если не приложенные совместные усилия. Самое главное, конечно, благоустройство двора – это люди. Это люди. Без людей, без помощников. Да у нас, собственно говоря, нет. Вот ты главный, я помощник и так далее. Все занимаются своим делом. Все знают, чем заниматься. Владимир Петрович, ну, скромный, не вышел. Он знает, что делать. Даже я не вмешиваюсь. Иной раз. Я просто знаю, что делает он хорошо. Деревянные домики, заборы разных форм, корабли, клумбы и колодец. Все эти декорации – дело рук Владимира Петровича Наумова. Но помимо него, над благоустройством двора трудятся другие жители дома. Любовь и Роза наполняют улицу разноцветными красками. Вот сейчас вы пришли в очень удачное время, когда, в принципе, у нас такое вот многоцветие красок. Практически все цветы, за исключением только позднецветущих, вот, сейчас все цветет, и я говорю, вот это результат того труда, который мы потратили, начиная с ранней весны. Каждый день. В принципе, каждый день, как на работу. Нам это доставляет удовольствие, когда мы видим эту красоту, вот это многообразие цветущих растений. Нам хочется что-то делать. В планах у Александра Ивановича закончить некоторые проекты – оформление забора, пейзаж на кирпичной стене и другие деревянные декорации. Многообразие идей удивляет, но так было не всегда. Ну, когда мы говорим о планах, сразу хочется сказать о том, что было. Я буквально на днях посмотрел старые фотографии. Вот у нас было 5 лет назад, от количества колес, шин, даже дух захватывает. Ну, естественно, до 70 штук их было здесь. Разнообразие красок и деревянных декораций портит противоположная сторона двора. Там, по словам жильцов, образовалась несанкционированная свалка. Соседство с красивым, я думаю, домом, с красивым двором портит территория, которая принадлежит муниципальной территории. Это небольшая по площади, порядка 200-300 квадратных метров. Раньше здесь были на одной стороне гаражи. Гаражи убрали, и теперь этот весь вид с южной стороны, все это неприглядность видно. По словам жильцов, эту территорию можно не только облагородить, но и сделать ее практичной и полезной для копейчан. Для этого пространства отлично подойдет парковка на 10-15 мест.